Жители четырех сел Сарканского района в ближайшие годы будут обеспечены чистой питьевой водой. Сейчас линия водопровода строится в селе Бакалы. Старым сетям уже более 70 лет. Они давно вышли из строя, и населению приходилось самостоятельно рыть колодцы. Проблему помогла решить государственная программа развития регионов. Гульнар Жантасова расскажет подробнее. Вот так житель села Бакалы Иржан Мухаммед Шарипов ежедневно был вынужден добывать воду. Особенно трудно было в зимнее время. Колонка перемерзала, приходилось ее отогревать. Да и вода отдавала солью, говорит сельчанин. С новым водопроводом качество ее стало лучше, и быт в доме наладился. Мы тоже вот рады, что вот так у нас вода появилась. Сейчас все, основную трассу все сделали. Говорят, к осени уже подключат все это. В селе всего 300 дворов, и жители рады, что проблема питьевой воды теперь решается и в таких небольших селениях. Подрядчикам предстояло протянуть 16 километров сетей. Сейчас выполнено 95% всех работ. Работы выполнены по наружным сетям. Сейчас ведутся основные работы по водозабору. Здесь заложено две скважины, они уже выполнены. Забор воды провели, вода хорошая. Через где-то неделю, ну максимум через 10 дней мы обводными воду дадим. У нас останется центральная улица. По программе развития регионов с областного бюджета было выделено 181 миллион тенге на реконструкцию и строительство системы водоснабжения села Бакалы. В Сарканском районе имеется 36 населенных пунктов. Из них на сегодняшний момент 26 населенных пунктов обеспечены центральным водоснабжением. Это по количеству населенных пунктов составляет 72%. Сейчас подготовлена проектно-сметная документация по реконструкции сетей водоснабжения еще трех населенных пунктов. Строительство водопровода в них планируется уже на следующий год. В целом же по программе развития регионов в этом году Сарканскому району выделено почти 1 миллиард 400 миллионов тенге. Благодаря этим средствам будут реконструированы школы, дороги, инженерные сети канализации, воды и отопление. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область.